Всем привет, и в этом видео я вам покажу, как же сделать так, чтобы вы отображались друзья из ВКонтакте и Фейсбука. Короче, первым делом, самое главное, нам нужен аккаунт в Фейсбуке и ВКонтакте. И нужно связать игру с Фейсбуком и ВКонтакте. Затем заходим сюда и здесь нажимаем типа называть друзей с Фейсбука и синхронизировать друзей из ВКонтакте. Надеюсь, это видео помогло вам. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.